У нас ведь колоссальная проблема с футбольным клубом «Кристалл». Вот сейчас, когда уволили Клементенко, которому у меня личных претензий не было, у меня только к нему, как к управленцу, который точно так же не занимался прямым управлением, то сейчас фанаты, в том числе присутствующие на пресс-конференции, встали и им дали слово, а что будет с нами, а деньги дают. Да, вам те деньги, которые были положены от города, они и дальше вам даются. Но почему Клементенко... вот перед этим ушел Шевчук, тренер Сергей, да, то есть мы с ним ругались, то есть на определенном этапе как бы в виде какого-то врага я там был представлен, но мы пообщались, он понял, что я как бы человек от спорта, и я понимаю, что нужно, что я не противник, просто на самом-то деле есть... Такие, есть коммунальное предприятие «Футбольный клуб «Кристалл», а есть ООО «Футбольный клуб «Кристалл», не ООО «Общество с ограниченной ответственностью», понимаете? И давно говорилось тому же Клементенко, так легализуйте, станьте хозяевами клуба. Вот он говорит, так-то, я там своих денег там, не буду называть больших, вложил в клуб. Так станьте официально, создайте этот клуб, пускай он будет частным, и муниципальная власть, и областная будет вам помогать. Реально будет помогать, потому что даже отдача стадиона, пускай там за 1 гривну, это большая помощь всей общины. Лично я, как гребец-академиц, я возмущен, что по сравнению с теми людьми, которые ездят на Олимпийские игры, и с теми, которые играют в предпоследней лиге футбола, отношения совершенно финансово разные. То есть академическая гребля проигрывает. Но можно же построить все это разумно, частные инвестиции, показать, как они работают, и город, из города требует тогда уже не 2,7 миллиона, а может быть 5,1, потому что это аргументировано будет и будет понятно. А когда оно путается и теряется, когда, я так понимаю, что будет проведен еще аудит того, как проработал начальник этот, и как эти деньги распределялись, куда они уходили, на ООО ФК «Кристалл» или на коммунальное предприятие «Кристалл», это не меня будет касаться, это аудит, аудитора, и потом это будет какой-то анализ этой деятельности, то вот этим должен заниматься председатель федерации. Это ж его вид спорта. И здесь нужно помочь в этом разобраться, не наказать в первую очередь виновных, не в этом же суть. Потому что пока будем наказывать виновных, не останется футбольного клуба.